В этом видео мы рассмотрим, как изменить данные вашей учетной записи в системе видеоконференц-связи VideoMost. На начальной странице VideoMost нажмите на имя владельца учетной записи. Далее – «Мои данные». В начале страницы содержатся общие сведения – имя, фамилия, возможно, должность и организация, сайт компании. Если вы вносите изменения, обязательно нажимайте «Сохранить изменения». Далее можно увидеть название вашего тарифа и нажать «Подробное описание тарифа». В следующих разделах вы можете ввести другой почтовый ящик, изменить пароль, а также изменить часовой пояс.